круг Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Для этих личностей характерна рациональность, гибкость ума и аналитическое мышление. Представители этого имени не жалеют средств на благотворительность, будучи в глубине души альтруистами. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Волны судьбы влекут их к неизвестному, иногда затягивая водовороты. Звук Г в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук Г означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Звук Г указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Зачастую носители этого имени становятся состоятельными людьми благодаря своим оригинальным и смелым проектам. Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет. Они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно – еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.